Всем привет! И сегодня мы приехали в дендропарк, чтобы сделать видео и поубираться. Пошли посмотрим. Здравствуйте, Михаил Львович. Расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит? Здравствуйте, Лиза. Сегодня у нас в дендропарке субботник. С утра у нас была организация Kernel Group, которая убрала мусор. Потом был Ощадбанк, который тоже убрал мусор. А сегодня у нас, вот сейчас на субботнике, организация громадського об'єднання «Рідне місто», «Рідний край». І вони взялися пофарбувати паркан на центральному вході дендропарку. Дякую за розповідь. До побачення. Здравствуйте, Оксана Антоновна. Зачем вы сюда пришли? Ой, ми сюди так часто ходимо. А ти? Ти перший раз? Ні. Так от ми прийшли черговий раз для того, щоб знову тут щось зробити гарне. Або поприбирати, а сьогодні ми фарбуємо. Для того, щоб дендропарк був гарним. Щоб сюди приїжджали люди. Коллектив Ощадбанк прийшов сюди, щоб поубирати і поотдихати. К сожалению, тут стояли мусорные баки, и осенью их убрали. Теперь люди не знают, куда убирать мусор.